Так, ну что, банда, мы с Андрюхой сегодня собираемся на рыбалку. На улице минус 8. Сейчас мы проверим наш давно уже проверенный мотор, да, Андрей? Да. Как он заведется. Да, сейчас подкачаю, проверим, чтобы тут все ровно было. Вот только отпустил улитку. Смотрите, вода с нее слетела и сразу же все. Прихватила, да? Да, прихватила. Прикинь, только она в воду отлетела, вода на нее намочилась, уже сразу же все. Махом. Вау, почти полный. Вот так вот заводится мотор Сузуки в минус 8. Два дня, Саша, бак, литров 5 такой. Литров 5? Выше нету смысла подниматься. Мы были там, помнишь, в прошлом году там залом мне пройти еще чуть-чуть и мест нет. Ща. Обмерзает все в слету. Он тебя клюет, кстати. Да клюет, а это. Ну это хорошо, что клюет. А мы здесь, по-моему, когда ехали обратно, да? Оттуда. О, первый хариус у Андрюхи. Это. Сегодня. Да. Ну тут вообще, по-моему, ничего не было, да? Почему мы тут половили первый день? Мне харизов этой удочкой будет длинной ловить. Тяжело. А это у тебя короткая или длинная? Это длинная, которая, видишь. О, Андрюхи, хороший хариус, вон какой. Да, туда не надо идти, давай. Подтягивай. Твоя сиренька работает немножко. О, тоже неплохо. Раз,
О! Селедка, да? Да, как селедка даже. Напоминает. Он какой-то такой, как бы вялый, да, когда вытаскивает? Да, как подмороженный еще. Малыш, иди на свободу. О, у Андрюхи хороший хариус. Ну да. О, смотри, какой Андрюх. Сейчас главное, давай постоим, поддавливать не будем. Бежать, спешить, как тогда, первый год. О, у Андрея нифига себе. Очень хороший хариус. Даже пришлось это. Фрикцион подкручивать. Фрикцион, да, даже, да? Да, ну такой. Не, ну таких ловили, но. Ну неплохой, да. Для этих мест. Лучше бы эта малышня не клевала. Ну что это? Не без этого даже. Ах ты маленький. А тоже он мелочь выпускает, да, все. Резко, петля. А? Петля такая вообще, как понятно, что не надо. Вот он. Или хариус крупный. О, вот крупный сейчас вот на сиреневую взял. Заметьте, сейчас вот в конце крупная хариуза поклевали и тишина. Да-да-да. Возможно, что лени подтянулись. Поплавок уже не так идет. О, дуплет. Ну, сейчас вот на сиреньку. Ты поймешь, на что берет. Ну, конечно, сейчас. И ловится, и ловится. А не буду меня как там от телесной избавляться. О, нормальный хариус. Да нет, я просто его в воде начал, чтобы ты не зацепил потолок и чувствовал удары. Поэтому он и ушел. Сам повесился. Иди, малыш. О, тоже небольшой. О! Не, ну все равно результат. После определенного затишья на пару минут. А вот это вот. Я могу предположить, что на дальнем у меня была такая плавная подтяжка ко дну уверенная. Так обычно ленок. И ты дергаешь впустую. Обычно, когда хариус так тянет, то чувствуется хотя бы чуть-чуть его это, он там еще. Брыкаться. Ну вот это сейчас вообще забагрил за плавник. Лень. Видел, Андрей.
Андрей вышел, греет ноги. Я тут тоже уже. Андрей, вот он, линь. Линь. Вот она, поклевка все-таки состоялась. Ну, чуть-чуть ослабим фрикцион на катушечке. Вот она, видите, чуть-чуть отрабатывает. Линок пошел в залив. Смотри, вот здесь отталкивается. Против течения. Где я стою, слышишь? А? Вот она до себя еще метра два. Вот, метра три, вот здесь, вот смотри, лежит. Вот он, сейчас мы ему дадим отдышаться воздухом. Что, на тебя не тащить? Вот-вот, все, перетащил. Аккуратно. Палку держу на... Он прям две мухи заглотил. Смотри, он одной забагрился. Спокойно его бери. Да. Не, он второй, да, не уйдет. Ты бери его под жабру. Я сейчас мухи подойду, сниму. Подожди, давай вот так, туда хвост. Нет, подожди, я сначала снимаю эту муху. Палец убирай. Он упадет? Да, нет. Я, чтоб тебе он не брыкнулся. Все, спасибо. Андрей потестировал. Вот сегодня первый выведенный линочек. Нормальный хариус. Ну, взялся на сиреневую муху-убийцу. Вообще плохо пока. Да. Пипец, у меня гирлянда не кислая. Ну вот, по идее, они бы должны бы уже намуть бы со всего этого плеса бы уже тут собраться бы. Ну, не активно, они все равно тут стоят. Да они есть, конечно, я даже видел, как они бегали, подходили. Я сначала думал, коряги какие-то, потом смотрю, блин, такие поленья подходят. Доходят, меня видят где-то вот так, от метра до двух, в поляриках видно было. Подходит, уходит. Вот он. Хороший. Хороший линь. Пошел работать фрикцион. Даже у такой длинной удочки он попер на струю. Пошел против течения. Хороший линок.
Я чуть-чуть затягиваю фрикцион. Тянет. Хорошо. Все-таки большой. Подожди. Я вообще не тяну. О, брателла тут. Загаси его. Только туда его опускай. Я ему под жабры не могу залезть. О, ну сейчас отсоединяйся. Снимаю, подожди. Да он не влазит, Андрюха. Давай я буду держать. Держи под жабру. Нифига себе. Анна, пошли греться, наверное. Да, я сейчас тучу кину, подойду. Ну, а я пойду. Он в кубышку не влазит. Теперь моя очередь выйти погреться. Ну вот, банда, это мой утренний улов пока. Вот. Мое время перекуривать, сейчас Андрюха ловит. Сейчас я буду сопли отогревать. Вот, сделаю перерыв. Брал так, что просто это. Банда, у Андрюхи поклевка линя. После обеда поклевок вообще практически нет. Да все, ушел. Он и должен был. Ушел. Ну, хороший. Да. Он, как он брал, он, я его, у меня шансов не было вытащить. Он вот так. Поповок даже не видел. Как-то. Ты видел, да? Да, вот, короче, наступил обед, и после обеда ни Хариус берет, не берет. Линок вот еще еле-еле-еле, вот там одна поклевка в 10 минут. И то так неактивно, что сколько мы уже тут сходов намутили. Я даже его не подсекал, конечно, он это. Даже не видно, как поплавок, да? Да, надо было, конечно, его посильнее сейчас потянуть, но... Есть. Ну, о! Это тоже не линок. Вот сейчас поклевками стало туговато. О, хороший Хариус. О, у Андрюхи еще один хорюзок попался. Ну, этого я заберу, хватит уже вас баловать. У брателлы клюнул еще один хороший линочек. Мне это интересно, ты зачем в яму туда идешь с ним? Выходи на меня, он тут глубина у меня намного меньше. Не хороший, но нормальный линочек. Это проходной, просто поэтому выкаблучивается. Ну что, ушел. Он меня даже не коснулся. Да ушел, так ушел. Что ты, блин? Ты же видел это. Проходной, они сильные твари, а. Да, вот такая у нас беда. Клюют сходы. Я сейчас удочку вообще подсобрал, потому что у меня уже вот. Вот такая вот гирлянда, короче. У меня был один этот, ну, такой нормальный. Сейчас буду все ломать, оттаивать. Давай еще так минут 5 постоим здесь.
Вон он стоит. Он пошел, красавчик. Еще одна поклевка. Леночка. Вот такой красавчик клюнул на сиреневую муху, на муху-убийцу. Ну, один сейчас такой же примерно ушел. Хализочек. Маленький. Его мы, красавчика, отпустим. Тоже на сиреньку. Беги, красавец. Андрюха стоит выше по течению. Опа! Это был еще один хороший ленок. Но сошел. Убежал! Наколол я его. Это хариус. Вот это поклевка достойного леня, уважаемая банда. Да, нормальный лень. Сейчас он осенью видите, он выходит из ямы, потом уходит на русло, пытается развернуться в яму опять. Но моя шимановская удочка не дает это сделать. Понял, что это было. На него таймень вышел, господа. Я сейчас в поляриках видел. Это его чуть что таймень, что ли, схватил? Он так поволок. Прикиньте, да ну нафиг, так не бывает. Ну все, банда, я встрял. Все, за линком вышел таймень. И схватил его таймень. Такого я еще никогда не видел. Все, я сдвинуть не могу всю эту коалицию. Шоу ленок. Надеюсь, таймешка его выплюнет. Ну вот это интересно. Вот это я в поляриках увидел зрелище. Смотрите, все. Эх, аккумулятора хватит до конца событий. Либо не хватит. У меня уже рука устала держать. Заглотить он такого точно не смог. Но он скорее его сейчас схватил зубами и держит. Очень уникальный случай. Очень уникальный случай. Смотрите-ка, что творится. Красота-то какая, а? Я, конечно, понимаю, что вытащить у меня сейчас шанс 1 на 1 000 000. Потому что если я и подтащу, то меня его выплюнет. Ну, либо порвется эта вся снасть.
Шимана Катана 5 класса. 5 метров, у меня уже кончик и так обломан. Не могу сдвинуть. Ну все, таймешка конкретно его нахватил. И стоит с ним, держит его в пасти. И он говорит, что линок моя добыча. Ну это мы, брат, конечно, посмотрим. Сейчас выйдут, может быть, наверх. Андрей стоит выше. Опа. Вот линок. Держит его таймень. Вот он, вон, красный хвост тайменя. Видите, картина какая? Сейчас бутухнулся. Видно, много корчей. Яма, если они зайдут. О, опять хвост тайменя показался. Ну, лишь бы аккумулятор бы, банда, снял бы до конца. Это у меня остатки аккумулятора на сегодняшний день. Это просто нечто. Я такого за все свои 20 с лишним лет на горных реках никогда не видел. Вот хвост опять тайменя. Он держит моего линка. Говорит, добыча моя, отдай. Я бы рад бы тебе, дружище, его отдать. Ну вот не знаю, как это сделать. Сейчас, конечно же, будут рывки. Надо ослабить фрикцион. Масса большая. Линок сам по себе достойный. Леска у меня всего 0,2. Вывожу я неправильно. Что нужно обводить все эти корчи. Там струя. Ну, а со струи, сами понимаете, мне вообще никак. Прям вообще никак. Вот они опять выходят на струю. Я обхожу корч. Аккумулятор снимает. Но все еще на исходе. Сильно форсировать тоже не могу. Ну, может, мне удастся хотя бы. Нет, не удается вывести хотя бы на отмель, чтобы вам пок... Вот, хвост тайменя. А таймень-то не кислый. А таймень-то не кислый. Все, отпустил моего линка. Вообще класс. Таймень такой, килограмм на 15. А не, опять догнал. Догнал. Да ну нафиг. Вы видели, он отцепился, я уже линка повел. Опять отпустил. Ху, может, еще догонишь, брат, давай. На Бруденшафт. Ну давай, дружище, вот твоя жертва. Че, победить не можешь, да, больше? Вот, он ходит за линком. Вот он. Взялся. Третий раз. Вот таймень. Третий раз ухватил линка моего. А два раза отпускал, и третий раз взял линка. Вот это стиль рыбалки. Отпустил. Давай еще разок. Давай еще. Есть. Смотрите. Вот хребет. Заглотил его еще раз. Да ну нафиг. Четвертый. Вот эта лопата у него. Еще разок. Дружище. Давай. Будешь? Таймень, походу, конкретно выбился из сил. Все, он отошел, я его не вижу. Сейчас мы достанем линка и посмотрим. Линок уже вообще никакой. После всех этих моментов. Ну, так получилось, что, дружище. Ох ты, обрал он его поперек. Здорово. Классные кадры. Смотрите, как он ободрал ему всю бочину. Смотрите, весь хребет, всего камера снимает. Уникальные кадры. 4 подхода здоровенного тайменя, килограмм 15 больше, за моим линком. Ну, я думаю, такого я больше уже в своей жизни не увижу никогда, так как я это и так видел в первый раз. Ну, впечатление классное, эмоции. Это надо было видеть. Здорово. Просто круто. Все-таки чудеса, уважаемые зрители, бывают. Осталось чуточку аккумулятора. Хочу сказать, что после всей этой истории у меня сейчас еще было 2 поклевки линков и
хороших исходы. То есть таймень-то их тут видно не сильно напугал. Видно, концентрация линков на этом участке достаточно взрослая. И тут же дальше происходят поклевки вот такого вот небольшого линка. Че, дружище, тебя, конечно, отпущу, но, может быть, я спас тебе жизнь, потому что в таймене уже после такого сил уже точно не было тебя хавать. А тебя-то я отпущу. Тай-то и менее бы отпустил бы. Но я понимал, что нужно было давать слабину, чтобы таймень его заглотил нормально. И, да и тут, конечно, это бред. Андрей, ты не поверишь. Ты только на камеру съемки увидишь. Вот видите, подошел Андрей на эту яму, где я тащил тайменя. И мы с ним уже вдвоем начинаем ловить. Ушел. Вот Андрей сейчас тоже хорошего. Не ушел, не ушел. Ты не ходи, там яма, Андрей, яма. Стой, 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 не двигайся. Да, я уже снимать тоже подустал. Ну, наверное, завершим это видео, да, Андрей? Ну что, уважаемые зрители, если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы с Андрюхой с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч.